Это был очень хороший такой дружественный разговор, я бы даже сказала откровенный, о проблемах байерства, о наших чаяниях, о наших вопросах, которые мы в результате решили более освещать с друг другом, более разговаривать, создать общую площадку, на которой бы могли делиться впечатлениями, результатами и событийными рядами. Тот пласт, о котором мы разговаривали, для меня был в новинку, мне он интересен, это немножечко история не нашего, скажем, формата, но все же она имеет место быть. И потом мне понравилось, как другие байеры относятся к своим задачам. Мы поговорили об этом просто эмоционально здорово. Это большая точка. Это не запятая, это не восклицательный знак, но это точка в полугодии. Это какая-то отчетная такая площадочка, на которой ты понимаешь, что происходит на российском рынке, на дизайнерском рынке, во-первых. Во-вторых, это всегда праздник, это встреча со старыми друзьями, это эмоциональный заряд. Это удивительные вещи, которые тебя вдохновляют. Это всегда что-то новенькое, что ты вдруг узнаешь. Можно долго-долго читать какую-то газету или смотреть какой-то фильм, а можно за один день на выставке получить столько информации и столько визуализации своих каких-то там даже мечт, да? Что я думаю, что это действительно точка. Представляете, тот пласт, а я работаю в тяжелом концептуальном люксе, я как есть, а чтобы у всех было понимание, да? Он начинает свое дыхание и свои закупки все именно с выставки CPM. Это сейчас не для хвастовства, а для понимания. Сейчас мы полетим, естественно, в Европу, мы сейчас будем смотреть, что там. Но все заряжаются, все строят свои планы, вдохновляются и решаются на это путешествие именно здесь, в Москве. Та обратная связь, которую получают дизайнеры, та обратная связь, которую мы, байеры, получаем здесь на выставке, в связи с тем, что мы можем здесь открыто говорить на своем родном языке, эмоционировать, жестикулировать, визжать и быть свободными, это очень важно на самом деле. Потом ты, да, ты уже знаешь, встретился, зарядился и продолжаешь свою работу, потому что наша работа только началась вот с этого момента, да? Но заряд-то мы получили здесь.